С 2020 года в Узбекистане планируется реализовать более 150 новых проектов в сфере легкой промышленности общей стоимостью более 2 миллиардов долларов. Узбекистан сегодня, несомненно, обладает рядом условий, привлекательных как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Дальнейшее углубление связи и торгово-экономического сотрудничества, несомненно, отвечает интересам наших стран, обеспечению стабильности экономики. Пользуясь случаем, мы приглашаем наших партнеров к активному сотрудничеству с Узбекистаном, в том числе путем создания передовых совместных кластеров и текстильных производств, полноценно используя имеющийся сырьевой, производственный и научно-технический потенциал. Мы готовы к практическому взаимодействию по самым различным направлениям на принципах уважения экономических и финансовых интересов друг друга.